Меня зовут Коля, мне 38 лет. Самый, ну, вот идеальный день был бы где-нибудь очутиться там на море, на Метатайном острове, предположим. Отдохнуть от машин, от социализации. Люблю ходить в свободное время вот в парки, в кино, в театры. Коля очень галантен. Это прям реально его очень здоровское качество. Как сейчас помню, он записал мне первое свое видео. И он сказал: «Привет, подруга Саша!» И он так это радостно сказал, это было так забавно. Я не совсем понимала, что означают ментальные особенности развития. Честно, я не сталкивалась особо в этом, где-то не прочитаешь, по телевизору этого не показывают. На самом деле, это обычные люди, ну, то есть, ну, это так и есть. Саша, как ты на метро ездишь часто, по каким дьяткам? Когда ты с ними знакомишься, ты действительно это понимаешь. Все участники, они все такие добрые, они все искренне рады тебя видеть. Кто-то к тебе прям подходит, кто-то прям уже лезет обниматься, и ты чувствуешь себя своей. Привет! Потом, я помню, мы увиделись. Вообще хорошо все прошло, мы прям подружились, посмеялись. Мы также можем пройтись, купить кофе, обсудить какие-то фильмы. Он рассказывает мне про свою семью. Ну, вот вообще все, что угодно. Саша мой друг, с которым мне повезло. Она открыта, она любит разный кипиш. Радостно от того, что вот есть человек, которому я могу написать, позвонить, и он также разделит все. И, ну, прям просто будет рад тебе. Вот прям реально очень рад. Когда там подруга Саша, он меня всегда вот таким словосочетанием называет. Такой, ну да, это я.